Ульяновске прошла 9-я международная молодежная научная конференция, приуроченная ко Дню космонавтики. Мероприятие получило название «Гражданская авиация. 21 век» и прошло в Ульяновском институте гражданской авиации. Участниками стали студенты и аспиранты из России и Белоруссии. Они представили свои научные доклады по 16 тематическим направлениям. Конференция – один из шагов в системе подготовки будущих специалистов для авиационного кластера. Немало внимания уделяется и подготовке кадров. Подготовка кадров в регионе начинается уже с дошкольного возраста, а правительство поддерживает все инициативы отрасли. Сергей Иванович Морозов, наш губернатор, поддерживает историю развития и подготовку кадров, начиная с самого маленького возраста. И буквально недавно, несколько месяцев назад, было заключено соглашение о сотрудничестве между институтом авиационным, на территории которого мы находимся, и детским садом 221. Проект подразумевает обучение дошкольников основам авиации. Все это происходит в игровой форме. Кроме того, регион стал одним из победителей конкурса по созданию уникального межрегионального центра компетенций. Так вот, наш регион выиграл межрегиональный центр компетенций по логистике и обслуживанию транспорта. Одно из направлений как раз-таки обслуживание авиационной техники. И очень отрадно, что буквально сегодня с утра пришла информация от союза WorldSkills из Москвы, что один из молодых людей будет представлять компетенцию обслуживания авиационной техники на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Новый учебный центр будет обеспечивать разработку экспериментальных программ подготовки по наиболее востребованным и перспективным специальностям. Среди них – оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники, техник авиационных двигателей. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».